приближаясь к нашему позднему опыту совместного творчества с Рудольфом Фуссом, я несколько расслабился, исполнил еще одну песню. Мы как раз впервые говорили с нашим читателем, слушателем по поводу того, как странно звучали уличные песни в исполнении детей. Вот когда они их слышали, и как бы, не понимая содержания, иногда довольно такого даже непристойного. И мне вспомнилась очень странная такая ситуация. Мы играли свадьбу, где были разные люди в ресторане, причем в банкетном зале играл замечательный еврейский состав, там была такая сугубо для диаспоры мероприятие. А это было такое большое шумное сборище, живописные персонажи. Там был какой-то человек с Востока, и у него был, с ним был ребенок. И вот ребенок детским голосом пел про Магадан как раз. Ну, он попросил, ему дали электрогитару, купили ремешок. И это было удивительно, жалко, конечно, что тогда не было, не были доступны диктофоны хотя бы, чтобы как-то зафиксировать этот момент. Было очень странно, и смешно, и весело. В светлом и уютном кабинете наш директор чинно восседал, а в соседнем зале тесноте и гам каждый своей очереди ждал. Если вызывал он всех поодиночке, о гражданском долге говорил, светлые денечки, золотые ночки он на крайнем севере сулил. Если не попал в аспирантуру, собирай свой тощий чемодан, обними мамашу, поцелуй папашу и бери билет на Магадан. Обними мамашу, поцелуй папашу и бери билет на Магадан. Пусть до Магадана недалек, за полгода поезд довезет. Ты построй хибару и купи гитару, вот тогда вокруг все зацветет. Быстро пролетят 4 года, молодость пройдет твоя в лесах, человеком станешь с чемоданом толстым, ты в Москву вернешься при деньгах. Ты возьмешь такси до метрополя, будешь пить коньяк и шпроты жрать. А когда к полночи пьяный будешь очи, ты начнешь студентов угощать. Обниматься пьяными, слезами обняться, и стихи Есенина читать. Вспоминать девчонку с серыми глазами, что могла в твоей навеки стать. Вспоминать девчонку с серыми глазами, что могла в твоей навеки стать.